Во Владикавказе стартовал конкурс профессионального мастерства для педагогов «Класс». Он проходит уже второй год. В этот раз, благодаря поддержке фонда президентских грантов, программу удалось расширить. Следующие 4 месяца педагоги, эксперты, известные спикеры со всей страны будут делиться опытом и знаниями с учителями, знакомить их с новыми методиками обучения. Участники будут распределены на несколько уровней – дошкольное, среднее, среднепрофессиональное, высшее и дополнительное образование. В каждой команде свой наставник. По итогу обучения конкурсанты представят свой открытый урок. Победители получат призы и возможность совершенствовать профессиональные навыки в Москве. В этом году мы проведем большой фестиваль «Умножая знания на 10», и в рамках которого в форуме примут участие учителя года России со всей страны разных лет. И в конкурсе примет участие, ну, можно сказать, светило отечественной и советской педагогической науки. Это Шалва Манашвили. Вообще главная цель любого сотрудника и любого преподавателя, и любого вообще человека, который причастен к системе образования любой сферы, это улучшить то, что есть на данный момент и сейчас, и поднять весь уровень образования на самый лучший уровень, на который мы можем поднять. Вот. В течение 4 месяца с командами участников мы будем работать в новом формате образования, будем готовить команду к открытому уроку. Вот, надеемся, что команда станет, я надеюсь, что моя команда станет самой лучшей.